Печальная новость. Вчера на 74-м году жизни скончался хирург Видновской районной клинической больницы Валерий Шеншин. Врач, которому в силу возраста было предложено не работать в коронавирусном стационаре, не пожелал покинуть своих коллег и вместе с ними в мае этого года принял первых госпитализированных с COVID-19. Доктор успешно отработал первую волну коронавируса, но во вторую сам стал пациентом ковидного стационара. Несмотря на все попытки стабилизировать состояние врача, отстоять его жизнь коллегам не удалось. 23 декабря Валерия Яковлевича не стало. В Минздраве Московской области выразили искренние соболезнования семье и близким врача. За долгие годы работы он зарекомендовал себя как опытный специалист, талантливый наставник и очень отзывчивый человек, отметили в ведомстве. Сотрудники Видновской районной клинической больницы, а также наш телеканал присоединяются к словам соболезнования родным и близким скоропостижно ушедшего врача.